Всем привет, с вами я, Медвежонок, и сегодня я буду играть в игру Five Nights at Impostor. Так, выбираем начать новую игру и поехали. Эта игра является смесью игр Five Nights at Freddy's и Among Us. Но здесь, как мне кажется, сюжет больше от ФНАФа, чем от Амобуса. Как и во ФНАФе, у нас офис охраны. Вот тут дверь, которую нужно будет закрывать, если предатель будет рядом с офисом. И давайте посмотрим на камеры. Места здесь действительно такие, как в Among Us. Это у нас карта. Здесь мы можем отслеживать перемещение предателя, а также закрывать двери в разных локациях. Вот я закрыл дверь в кафетерию, проверяем по камере, и да, дверь закрыта. Ай-ой, предатель пришел, закрываем дверь. Вот он. Пойдет ли он в кафетерию? Да, пошел. Так, проверяю по камере, вот он здесь ходит. В шестом коридоре он. Нужно ему путь в офис перекрыть. Так, он уже рядом с навигацией. Так, в навигацию он пойдет. Так, где он? Ага, он в навигации. Перекрываю ему путь в другую часть корабля. Сейчас посмотрим, где он ходит. Около навигации. Он снова в навигации. Так, идет к кафетерии. Он уже в кафетерии, скорее перекрываем ему путь в офис. Как видим, здесь нельзя закрыть больше трех дверей. Полночи уже прошло. Так, он в окрестностях возле кафетерии шатается. Снова дверь закрываем. Вот так ты не пройдешь.
Так он ушел. Сейчас посмотрим, куда этот красный шатун намылился. Ао куда идет? А нет, он свернул. По коридору идет. И где же он? Он в инженерной. Так, он в коридоре. Снова в коридоре. В кафетерии. Рядом с офисом околачивается. Ура, 6 часов. Ну что ж, ребята, это видео подходит к концу. Ставьте лайк, если вам понравилось прохождение по данной игре. И подписывайтесь на канал Пластилиновая Республика. А также пишите в комментариях, как вам эта игра. А на этом у меня пока все. Всем пока.